Круговорот жизни придуман безбожниками. Жизнь разума ведь не имеет границ, и все возрастные переходы по-своему прекрасны, тем более предпоследний и последний, перед началом совершенно другого путешествия. И невозможно понять будущее, не имея истории, не уважая тех, кто делал жизнь до тебя. Так ведь было когда-то, магнитогорские пенсионеры жили достойно, и это было с пенсионерами всех предприятий. Система контрактов стимулирует вожаков, но не все стадо. Но глядя на пенсионеров молочного комбината, да глядя на всех, кто здесь работает в процессе создания этого фильма, понимаешь, что это единое душой производство. Оно просто есть. И день пожилого человека, и вечер, посвященный 80-летию Магнитогорского молочного комбината, показал, что корни не забыты. И в этих корнях нет зависти к молодежи. Они делали то же самое, дарили заботу и жизнь, получая тогда достойную зарплату, понимая, что сейчас зарабатывают не меньше. И они, пенсионеры, ощущают и тепло, и заботу, при этом зная, что будущее у любимого комбината есть, потому что есть традиции работы нескольких поколений молочников. И доказательство – вот этот конкурс рисунков детей, работников производства, системообразующего предприятия. День пожилого человека отмечается обязательно денежной премией. Обязательно юбиляры отмечают, по моему списку даю представление каждый месяц. У кого круглая дата рождения, значит, тем обязательно выделяют деньги. Выделяются деньги администрация комбината не потому, сколько лет прожил, а сколько лет проработал на молочном комбинате. У нас есть пенсионеры, которые проработали на комбинате 40 и больше лет. Вот. И некоторые дожили вот до 90 лет. И всех отмечают, и престарелых даже выделяют машину, и ездим домой, поздравляем, потому как они сами уже не в состоянии прийти. Так что молочный комбинат к пенсионерам, ну, благосклонно, хорошо относится, не забывает своих тружеников.